Рассада волжанки Вальдемар Майер – это низкий и компактный вид, высота которого до 30 см. Множество белоснежных соцветий украшает растения с конца мая до июля. Даже после отцветания они сохраняют декоративность, приобретая красную окраску при созревании семян. Рассада волжанки Вальдемар Майер неплохо развивается и на открытых местах. На солнцепеке растения выгорают. Используют многолетник для создания одиночных и групповых посадок среди деревьев и кустарников на фоне газона или в смешанных посадках в сочетании с другими растениями, посадках заднего плана. Волжанка, как крошелистная Вальдемар Майер, это травянистый высотой от 25 до 30 см. Цветет растение в месяц май, июнь и июль. Окраска цветка кремово-белая. Весной листва по цвету розоватая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.